Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у старейшины Корейского центра Тамары Ивановны. Тамара Ивановна, расскажите, пожалуйста, в каком году и откуда вас депортировали? В 1937 году. Откуда вас депортировали? Дальнего Востока. Дальнего Востока, там район небольшой. Угу. Рыбный колхоз. Угу. Назвай. Как вас встретили в Казахстане? Чем вы занимались первое время? Первое время ничего я не занималась. Я в консервном заводе работала в войну. Но потом я решила выйти замуж. И отсюда уехали. И экипаж в Казахстан. А они в Караганду приехали. Потом с Караганды экипаж поехали. Что вы еще помните о тех временах? Сколько вам было лет тогда? 16 лет. Как долго вы были в пути, когда вас депортировали? Ой, ехали. Это, наверное, были очень трудные дни для вас. Товарные вагоны. Даже такой железо возит такой вагон. А ну, поезд не натуральный, товарный вагон. Нас затолкали, там и детей сколько, и взрослых сколько. И вот ехали по дороге, сколько дети умирали. Ну, сколько людей умирали. Ну, куда хоронить, уже не остановится. Вагон, один вагон освободили, и туда все. Покойников все затолкали и приехали. Что вы почувствовали, когда вы приехали в Казахстан? Ну, в Казахстан приехали, это... Где-то Акмолинск, раньше Акмолинск назвал. Это товарный вагон, нас погрузили, поехали, там остановили. Потом, говорит, сказали, выходите отсюда, дальше не поедем. Ну, куда идти? В степи. Ну, потом... Раньше там вообще ни такси, ни машина, ничего не было. Нас, это совхоз, там шалтанзи, там всякие названия. Туда, где казаки жили, нас туда отправили. На лошадях. Ни такси, ни машина. На лошадях все детей посадили, сами посидели, сидели. А что, вещи ничего не взяли. Там все дома оставили, в Дальнем Востоке. Спасибо большое, что вы вспомнили свои трудные моменты жизни и рассказали нам о них. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо.